Так, всем привет! Мы продолжаем играть игру под названием FNAF Plus. Не оригинал, не надо. Не надо, этот шум страшный. От одного человека, ютубера, который наверняка уже все знают. И тем более, он, по-моему, был написан уже где-то. Только непонятно, кто-то открыл мою дверь. Дверь, хотя я дома один. Великолепно. Это то, что я хотел. Так вот, мы продолжаем играть. Третья ночь. Я где-то остановился. Здорово. Я понимаю. Все хотят быть близко ко мне. Ну, ты где-то далеко, так что... Я обосрался. Настолько медленно он поворачивается. Здорово. Как твои дела? А ты все еще... Я понял. Нужно именно нажимать и выключать. Здорово. Кто-то идет. Хорошо, что здесь нету марионетки, которую нужно заряжать как-то. Чика. Они более как-то активные стали. Буквально за несколько секунд. Первая, вторая ночь были такие лайтовые. А сейчас они как-то максимально действуют. Ну, Фокси это... Страх воплотить, честно говоря. Я пока повернусь, пока закрою. Опять. Опять я обосрался. Как? Чика куда-то спряталась. Максимально близко, я понял. Так, здесь никого. Опять где-то. Здорово. О, боже мой. Чика, ты великолепна. Знаю это. Носик ты к ним. Так, здесь никого. Ты ушла? Нет, все еще тут. Ну, кстати, Чика как-то... Здорово. Да хватит. Ух, я закрыл. Как будто бы какая-то сложность увеличена. Пусть, честно говоря, они как-то слишком активно нападают. Хотя до этого так не было. Ну, хотя так интереснее. Мы играли во FNAF игры, много FNAF игр, где приходилось по несколько ночей просто ждать, пока хоть один аниматроник появится. А здесь есть какие-то механики сложные. Ага, шумит. Не шуми. Она прямо куда-то потоптала. Ты ушел? Ушел. Еще да. Его так расстраивает то, что он не может до меня добраться. Бывает, бывает. Так. Я обосрался. Здорово. Это охранник, который погиб. А что я должен был с Фредбером делать? Я вот, честно говоря, этого не понял. Он бежал на меня так же, как и Фокси, но Фокси прям извещает о себе очень заранее, а тут Фредбер за пару секунд добежал до меня. То есть в каком плане я должен был его остановить? А, наверное, да. Просто смотреть в камеры, если бы он появился где-то близко, то просто закрыть. Наверное, именно так. По-другому, вряд ли я бы понял, что Фредбер как-то передвигается. Ну да, Фредбер с третьей ночи уже начинает двигаться. Мне нравится механика дверей. Она прикольная. Еще прикольнее было бы, если бы они доходили вот сюда до двери, например, Фокси, я закрывал, а они застревали. Но это уже другая игра, в другом жанре, ну ладно. Здорово. Супермодель. Модель Баняша. Здорово. Кстати, по тому же сценарию идет. То есть, также был Бонни стучал в окно, потом подбегал Фокси. Странновато. Я думал, здесь есть вариативность. А этого нету. Так, ты стоишь, у Чики сломан клюв. В кухне, Чика. Работает. Прекрасно. Так, сцена.
Ага, Фредбир ушел. Не, ну Фредбир появился очень безумно страшно. Его бег это было. Ага, это кто? Так, она где-то максимально справа. Давай, Фокси. Я так и знал. Не получится, нет. Это кто? Это Чика? Это Чика. Это Чика. Редбер шел справа или слева? Или он идет, откуда его душа будет? Я просто не помню. Вот просто найти... Здорово. Что это было? Я его даже не заметил. Сначала. А как? Он постучал один раз и просто вошел ко мне и все. Даже не дал как-то успеть закрыть дверь. Не понял. Это странно, между прочим. Это странно. Носик. А как? Он постучался и сразу же на меня напал. То есть оказался у меня внутри. Фредбир где-то... Я не успеваю просто по камерам смотреть. Их еще нужно как-то поворачивать, чтобы заметить Фредбира или еще каких-то аниматроников. Так, Чика уже где-то здесь. Так, где Чика? Чика, Чика, Чика. Чики еще нету. Да? Так, Фоксян выходит. Бонни еще не вышел. Слышу, куда ты перешла? Ты где-то здесь, да? Или прямо у двери? Здесь камера не работает. Фоксян почти ушел. Ага, и все. Ждем. Ждем Фоксяна. Давай. Есть такое. Да-да, привет. Не шуми. Не надо шуметь. Понимаю, хочется, но не надо. Я все еще не понимаю, как действует Фредбир и как ко мне вошел Бонни. Это две вещи, которые мне, видимо, не понять. Или это такой прикол? Да-да-да, понимаю. Спасибо, хоть стучаться по итогу. Хотя странновато, почему бы просто не войти. Я понял, их задача нас не убить, а напугать. Ушла? Да. Бывает. Не расстраивайся. В следующий раз. Так, кто где? Здесь Чика. Здорово. Здорово. Кстати, сценарий меняется по итогу. Я ошибся. То есть, когда они стучат, мне никоим образом нельзя даже да, смотреть в планшет. Я понял. Дело, видимо, в планшете из-за того, что я как-то в тайминге попадаю, они так оказываются у меня в офисе. Все равно как-то странновато. Недоработано. Мне только что сломали камеру, в которую я смотрел. Здорово, пока. Вот только что. Я просто наблюдал в камере, и мне ее сломали. Неуважение. Зачем здесь камера, если она не работает?
Да не шуми ты. Я понимаю, что ты рядом. Здорово. Как твои дела? Глазки красивые. Ты ушел? Ушел. Ушла. Нет, не ушла. Кто топал? Здорово. Успел. Короче, после вздоха Фокси можно открывать двери. Ушла и не сказала. Молодец. И вернулась куда-то. Я до сих пор не понимаю, как действует Фредбер. Вот просто сижу и недопонимаю. Миллион шагов. Просто везде. Здорово. Как твои дела? Как твои дела? И так закрыто. И так закрыто. Идите домой. Не нужно ко мне лезть. Здесь кто-то топал. Был похож топот на Фредбера. Так что хорошо, что я закрыл. Так. Ты чё, только что здесь было? Сумасшедшая какая-то. Зачем вернулась? Когда ушла? Еще не ушла, ладно. Все? Нет. Наблюдает. А, это Бонни. Далековато. Самое странное в их поведении то, что они телепортируются через несколько комнат. Просто за секунду какую-то. Я не знаю почему, но когда бежит Фокси, у меня дрожат руки, и я не могу попасть. Это опасно. Мне послышалось, будто бы кто-то бежит. Это что за кнопка? Здесь никого. Камера будто бы возвращается обратно. То положение, в котором они изначально были. Не надо топать. Здорово. Бывает. Неудачи бывают. Придешь в следующий раз. Вот, я слышал это. Как он бежал, это был Фредбер. Вот гаденыш. У него прям звук топота супер тихий и супер короткий. Он доходит буквально за 3 секунды до меня. Так, Чика в кухне. Эй! Ты чего роняешь? Поварам же убирать. Я понял, я просто буду заострять внимание на правом коридоре. На этот топот. Так что... Думаю, буду успевать. Носик. Да. Ух. Это была странная какая-то ночь. Лично для меня. Она легкая по сути своей. Но я тупой. Я уронил сок. Прямо на кошку. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.